ақпараттық алаңынан біз баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгін дүниежүзілік еңбекті қорғау күніне арналатын баспасөз конференциясының қонақтарымен таныстырып өтейік. Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің төрағасы Нұрғалиев Ербол Жолдасбекұлы және аталған комитет төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік еңбек инспекторы Оспанқұлов Төлеген Қапақұлы. Қош келдіңіздер. Алдымен сөз Ербол Жолдасбекұлы өзіңізге беріледі. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті брифингке қатысушылар, құрметті журналистар. Өздеріңізге белгілі, Қазақстан Республикасы 1993 жылдан бастап Халықаралық Еңбек Ұйымының мүшесі. Осы ұйымның шешімімен 28 сәуір дүниежүзілік еңбек қорғау күні боп жарияланды. Содан бері аталып келе жатыр. Сондықтан барша еңбек инспекторларын, осы салада қызмет жасап отырғандарды біз осы мерекемен құттықтағымыз келіп отыр. Қауіпсіздік еңбек жағдайларын жақсарту және өндірістік жарақаттандыруды азайту Қазақстан Республикасының үкіметінің біздің министрліктің негізгі міндеттердің бірі. Қабылданған шаралардың нәтижесі соңғы 5 жылда өндірісте зардап шеккендердің саны 12,5%-ға, қаза болғандардың саны 16%-ға азайып отыр. Статистикаға сәйкес, өткен жылы тексерілген 1,600,000 жұмыскерлердің 375 мыңы, яғни 23%-ы зиянды және қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істеуде. Зиянды және қауіпті жұмыстарды істейтін адамдарға жұмыс беруші еңбек заңнамасына сәйкес кепілдіктер мен өтемақылар береді. Мәселен, 2021 жылы еліміз бойынша 681 мың қызметкер зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істеген үшін 167 миллиард теңгеден астам сомаға әр түрлі өтемақы алды. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда 19%-ке артық болып отыр. Мемлекеттік бақылау нәтижелері анықталған бұзылушылықтардың 30%-дан астамы ол еңбек қауіпсіздігі мен және еңбекті қорғау мәселелеріне тиесілі екенін көрсетіп отыр. Өткен жылы мемлекеттік еңбек инспекторлары еңбек қауіпсіздік және еңбек қорғау бойынша 3547 бұзушылық фактісін анықтаған болатын. Бұзушылықтардың негізі ол қауіпсіздік еңбек жағдайларымен қамтамасыз етпеуі, жеке және ұжымдық қорғау құралдарымен, арнайы киіммен және арнайы аяқ киіммен қамтамасыз етпеуі, еңбек қауіпсіздігі және жұмыскерлерді оқыту жүргізбегендігі, осындай негізгі кемшіліктер анықталып отыр. Жалпы тексеру қорытындысы бойынша кәсіпорындарға 3,5 мыңға жуық ұйғарым беріліп, 325 миллион теңгеге сомаға айыппұл салынған болатын. За прошедшем году на предприятиях страны пострадало 1467 человек, что на 2,4% ниже, чем в 2020 году, но, к сожалению, в них погибло 200 человек. Только за три месяца от текущего года на предприятиях страны пострадало 313 человек, из них 47 погибли. Министерством проведен анализ производственного травматизма. Основными причинами это является в 36% случаев, это грубая неосторожность самих пострадавших. В 24% это случай неудовлетворительной организации труда и работ. Также много несчастных случаев происходит по причине дорожно-транспортного происшествия, то есть когда рабочих доставляют до места работы. При этом, как и ранее, высокий уровень травматизма у нас в промышленных регионах страны, вот на слайде видно, в Карагандинской, Восточно-Казахстанских, Костанайских, Павлодарских областях это промышленные регионы, где самое большое количество зарегистрировано производственного травматизма. Несмотря на снижение в целом производственного травматизма по стране,
В ряде регионов произошел рост. Это в Ахтюбинской, Атрауской, Жамбылской, Кызылординских областях. Но причины этому очень разные, в основном исходящие из отношения к созданию безопасных условий труда как работодателям, так и работников. Для дальнейшего обеспечения здоровых и безопасных условий труда принимается комплекс мер. По итогам ушедшего года за нарушение освобождены от занимаемой должности 56 должностных лиц. По фактам нарушения требований охраны труда госинспекторами труда правоохранительные органы направлено более 1000 материалов несчастных случаев, по которым возбуждено 127 уголовных дел. С целью оценки фактического состояния условий труда на рабочих местах проведена аттестация в более 5300 производственных объектах. По профилактике недопущения нарушений 2800 предприятий страны внедрили стандарты безопасности по охране труда. На предприятиях республики созданы и действуют более 16 тысяч производственных советов, в задачи которой входит организация проверок условий труда на рабочих местах с участием более 21 тысячи технических инспекторов по охране труда. С 2019 года нами активно начата работа по продвижению концепции нулевого травматизма Vision Zero. Это международный стандарт, который предусматривает 7 золотых правил. На сегодняшний день 292 предприятиях присоединились к данной концепции. Совместно с Федерацией профсоюзов Республики Казахстан внедряется специальный важный проект – это народный контроль, который предусматривает привлечение в качестве народных контролеров людей с ограниченными возможностями, которые травму получили на производстве. На сегодняшний день в 164 предприятиях республики внедрены проект «Народный контроль», где трудятся более 500 человек. То есть предприятия, где трудятся более 500 человек, это внедрили уже «Народный контроль». Я уже сказал, в 164 предприятиях сейчас работает этот «Народный контроль». Кроме того, акиматами регионов совместно с работодателями, допустившими наибольшее количество несчастных случаев, проведена работа по утверждению отдельных планов мероприятий по обеспечению безопасных условий труда. Планы такие утверждены в предприятиях, где имеется риск. Это 173 предприятиях страны у нас эти планы утверждены. Также в рамках запуска нового портала трудовых ресурсов hrinbek.kz в конце года запущен функционал, он очень интересный, онлайн-трудовой консультант, который предусматривает прохождение работодателем самопроверки, соблюдение требований законодательства, включая вопросы безопасности и охраны труда. Так работодатель может обратиться к сервису, который заменит его для него как настоящего трудового инспектора труда, и проведет проверку верности планируемых или совершенных процедур в интерактивном режиме. При выявлении нарушений работодателю будут предложены рекомендации и конкретные действия, которые следует предпринять в целях их устранения. Но на сегодня этим целым функционалом заинтересовались многие работодатели. На сегодняшний день более 4000 уже человек прошли самопроверку. В целом, учитывая имеющиеся на сегодняшний день проблемы, Министерство ставит перед собой следующую задачу. Это существенно сократить рабочие места с вредными условиями труда. И основной вопрос – это снижение уровня производственного травматизма. Для этого мы реализуем план действий по обеспечению безопасности труда до 2025 года, утвержденный на заседании правительства, в соответствии с которым проводится следующая работа. Первое – это
по совершенствованию механизмов предупреждения производственного травматизма. Второе, по совершенствованию механизма обязательного страхования от несчастных случаев на производстве. Третье, это по внедрению рискоориентированного механизма предоставления гарантий работниками, занятых на работах с вредными условиями труда. В результате реализации этих мер к 2025 году мы ожидаем, что снижение коэффициента несчастных случаев до 0,20 на 1000 работающих на сегодняшний день, он 0,22. Также мы ожидаем, что сокращение удельного веса работников, занятых во вредных условиях труда, снизится до 20%. Құрметті журналистар, аталған шаралар жағдайды жақсартады және өндірістік жарақаттану деңгейін төмендетеді деген ойдамыз. Сондықтан міне бүгінгі еңбек қорғау күнін қарсаңында біз жұмыс берушілердің өндірісте зардап шеккен еңбекшілерге құрмет көрсетіп, еңбекті қорғау және оның мәдениетін дамыту жөніндегі шараларды өткізуге шақырамыз. Назарларыңызға рахмет. 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 Келесі сөз кезегі Оспанқұлов Төлеген Қапағұлына беріледі. Рахмет, әйгерім. Енді Ербол Жолдасбекович мына еңбек қауіпсіздік жөніндегі жағдайлардың барлығын айтып кетті. Біз енді Брекау Сузбен, Текиенбек Катнастар Женде, Азгантайт Кутей. Вопросы защиты трудовых прав работников, как и охраны труда на предприятиях страны, находятся на особом контроле министерства. В этих целях, в рамках ситуационного центра, созданного в марте прошлого года, ежедневно в реальном режиме министерством совместно с местными исполнительными органами отслеживается ситуация на предприятиях страны. К источникам данной информации подключены все заинтересованные государственные органы и местные исполнительные органы, в том числе социальные партнеры и средства массовой информации. Согласно данного мониторинга, в ситуационный центр за указанный период включено более 500 проблемных предприятий, где, возможно, были акции протеста. Из них на сегодняшний день, благодаря мерам, которые были приняты государственными и местными исполнительными органами, ситуация в 449 предприятиях на сегодняшний день разрешена. И они сняты с мониторинга. И на сегодняшний день на мониторинге по республике находятся 53 предприятия, и по ним местными исполнительными органами принимаются меры. Здесь вы знаете, наверное, необходимо отметить, что среди этих 449 предприятий, которые были на мониторинге за указанный период, только за вот 4 месяца текущего года по республике произошли 34 акции протеста. Это с приостановкой работы на 3 и более часов, которые по Трудовому кодексу уже предусматривают уже административную дисциплинарную ответственность. И на сегодняшний день, если сказать в разрезе регионов, то из 34 акций протеста, все 33 акции протеста, они произошли на предприятиях Мангистауской области. Из них один только акция протеста произошла в Атырауской области. Из 33 акций протеста на сегодняшний день 27 они разрешены, то есть предприятия работают в плановом режиме. То есть те требования, которые были выдвинуты работниками, они в результате компромиссных решений с работодателем, они нашли свое положительное решение, и данные предприятия работают. Ну, на сегодняшний день, сейчас, как я вот говорил, акции продолжаются на 6 предприятиях, и акиматами по ним сейчас проводятся мероприятия в рамках разработанного алгоритма, который утвержден постановлением правительства. Государственными инспекторами труда с начала года в 306 предприятиях выявлена задолженность по заработной плате в сумме 1,6 миллиардов тенге. В результате принятых мер долг по заработной плате погашен в сумме 1,3 миллиарда тенге и защищены права более 4 тысяч работников. В рамках социального диалога проведена работа по повышению заработных плат свыше 1 миллиона работников на 1500 предприятий в среднем от 5 до 50%. Совместно с органами прокуратуры в настоящее время
Проводится проверка 64 предприятий, привлекающих иностранную рабочую силу свыше 30 человек. На предмет соблюдения работодателями данных компаний, норм трудового и миграционного законодательства. Итоги проверок будут предоставлены в Генеральную прокуратуру, и где-то в конце мая мы думаем, что по результатам проверки к тем работодателям, которые нарушили законодательство, будут приняты как совместные меры, то есть в административном порядке или каких-то другие меры. Стоит отметить, что в последнее время, как я вот говорил, особенно в Мангистауской области, опять же, отмечаются трудовые конфликты, и которые вот переходят в стихийные забастовки с приостановкой деятельности предприятий. И здесь вот необходимо, учитывая данную аудиторию, необходимо было, хочу сказать, что, в принципе, выдвигать свои требования – это право каждого человека, в том числе и каждого работника. То есть они имеют право выдвигать свои требования. Но при этом есть трудовой кодекс, есть законодательные акты, в соответствии с которым предусмотрен именно алгоритм, как необходимо на самом деле работникам вот выдвигать свои требования. И, к сожалению, хочу сказать, что вот 34 акции протеста, которые прошли в этом году, 31 акция протеста, которые прошли в прошлом году, и те акции, которые были проведены до настоящего времени, они все проведены без соблюдения тех требований, которые предусмотрены трудовым законодательством. Поэтому вот мы призываем, и вот во время разъяснительной работы, когда мы посещаем регионы, когда проводим всякие семинары, мы разъясняем всем, что необходимо при выдвижении требований, конечно, у каждого есть свои социально-экономические вопросы, и эти социально-экономические вопросы, они должны решаться в рамках примирительных процедур, то есть между работником и работодателем. И если же в этом случае эти перемирные разговоры, они не приведут к какому-то консенсусу, то в этом случае необходимо идти дальше. То есть дальше будут идти примирительные комиссии, это трудовой арбитраж, где уже в разрешение данного вопроса будут включаться органы местной исполнительной власти и государственных органов, и вплоть до судебных органов. Поэтому для того, чтобы, вот, учитывая вот эти акции протеста, которые произошли в этих два года, на сегодняшний день вот мы одной из проблем для того, чтобы работники без проблем выдвигали свои требования, это было одно из то, что мы на сегодняшний день установили кворум для выдвижения требований. Это, то есть для того, чтобы выдвинуть требования, количество работников, которые подписали этот документ, оно должно быть не менее 2/3 от общего количества работников. С учетом того, что данное количество на сегодняшний день собрать очень трудно, мы сейчас как раз вносим в трудовое законодательство изменения, которые будут касаться именно того, что снизит этот порог с 2/3 до 50%. То есть эти меры, мы думаем, позволят для того, чтобы вот эти все требования, которые выдвигаются работниками, чтобы они проводились в рамках законодательства. То есть еще будут упрощены процедуры организации переговоров, будет усилен институт согласительных комиссий и трудового арбитража, как вот я говорил, и, конечно, будет усилена роль профессиональных союзов в решении трудовых споров. Ну, над этим вопросом мы сейчас работаем, и я думаю, что до конца года мы эти поправки в закон примем. Спасибо. Спасибо. Рахмет. Енді сұрақ жауап бөліміне көшсек. Хабар 24 телеарнасынан Талғат Бек Абдуходжаев. Жақсы, Сабина Балашкина. Здравствуйте. Буквально сегодня Генеральная прокуратура озвучила данные проверок, которые проводились на крупных казахстанских предприятиях. И в результате было выявлено свыше 6 тысяч нарушений в сфере противопожарной и промышленной безопасности. Также в Генпрокуратуре заявляют, что зачастую скрываются факты травматизма и гибели. Это обусловлено несколькими причинами. Я процитирую. Ненадлежащий государственный контроль, недостаточное правовое регулирование, также
небольшие штрафы. Насколько мне известно, согласно административному кодексу, первичное нарушение в сфере нарушения прав, трудовых прав работников составляет 400 тысяч тенге. Понятное дело, что для крупных предприятий эта сумма достаточно подъемная. Прокомментируйте, пожалуйста, данную информацию. Большое спасибо за вопрос. Я вот сейчас в своей маленькой презентации говорил о том, что на сегодняшний день нами, местными органами по инспекции труда, осуществляется проверка на 64 предприятиях, привлекающих иностранную рабочую силу, более 30 человек. В данном случае то, что вы сейчас озвучили, вы озвучили те данные, которые касаются деятельности государственных органов, которые отвечают за промышленную безопасность и чрезвычайность, по противопожарной безопасности и промышленной безопасности. Но эта речь, наверное, скорее всего, идет о результатах той проверки, которая была в результате прошлого года. Действительно, с учетом того, что у нас количество несчастных случаев на производстве по итогам 9 месяцев был высокий, мы как раз вот вместе с органами прокуратуры инициировали проверки этих органов. И были выявлены действительно факты, по которым вот Генеральная прокуратура вот сегодня только нам уже выдает свои сведения, в соответствии с которым мы дальше будем уже принимать меры. Да, к сожалению, конечно, имеются факты того, что есть нарушения, которые действительно указаны, и есть факты скрытия несчастных случаев на производстве. Но здесь необходимо отметить, что при ужесточении, например, на сегодняшний день мы в Трудовой кодекс прописали такую норму, что если, например, любой гражданин при поступлении в травматологическое отделение или в любое медицинское отделение, когда поступает человек, если он говорит о том, что он с какой-то организацией состоит в трудовых отношениях, то эта медицинская организация в течение 3 дней в обязательном порядке должна уведомить ту организацию, где он работает, государственные органы, то есть прокуратуру, государственную инспекцию труда и родственников о том, что на самом деле к ним поступил такой человек. То есть скрыть на сегодняшний день несчастные случаи, по большому счету, очень сложно. Почему? Единственное, можно скрыть, если, например, работник поступит в медицинское учреждение, не поступит, то есть травму получит и будет лечиться каким-то другим способом, либо при поступлении в медицинское учреждение он будет говорить, что он не на производстве получил травму, а получил его где-то в домашних условиях. Поэтому, учитывая эту ситуацию, конечно, здесь необходимо сказать, что работники и работодатели, учитывая то, что за нарушение правил безопасности и охраны труда работодатель несет как административную, так и уголовную ответственность. Вы знаете, да, что в рамках административного кодекса вы сказали, а есть даже уголовная ответственность, что если человек, например, на предприятии произойдет несчастный случай со смертельным исходом, то в этом случае при выявлении нарушения со стороны работодателя его могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до ограничения свободы от 3 до 5 лет. Если погибнут 2 и более человек, то до 7 лет. То есть в этом отношении ответственность, она, я думаю, предусмотрена. Если дальше будут какие-то поступления поступать, мы над этим будем работать. Спасибо.